Раз, два. С чего бы начать? Рассказать, зачем я здесь? Я хочу, чтобы вы рассказали непростую историю, мисс Блум. Через это стекло никто не видит человека, видит преступление. Я не Дэвид Гейл. Я убийца, которого через 4 дня казнят. Убийство слишком неряшливое. А он, интеллектуал, закончил Гарвард с отличием. Написал 2 книги, не сходится. 3 суда признали его виновным, Зак. Есть запись того, что случилось в тот день. Здесь стоял штатив. Запись так и не нашли. Меня отправили на смерть, зная, что ключ к моей свободе где-то там. Вас подставили? Все гораздо серьезнее. Вы знаете, я не виновен. Нет, не знаю. Мисс Блум, я был в числе главных активистов штата против смертной казни, а теперь я в камере смертников. Вам не кажется, что это странно? Universal Pictures представляет. Надо вызвать копов. Эту запись мог сделать кто угодно, у кого есть $20 и иммунитет к вульгарности. Мы можем отложить казнь. История о том, как далеко мы готовы зайти ради наших принципов. В результате ущерб нанесен. Теперь одна журналистка... Что, если цель не просто избавиться от Гейла, но выставить его психом? За 3 дня должна раскрыть тайну. Это был Дасти. У него был мотив. Он знал вас обоих, приезжал в то утро. За 2 дня узнать правду. Зачем инсценировать убийство? Подставлять невиновного? И за 1 день... Звони всем! Губернатору, смотрителю, в Нью-Йорк, Верховный суд! Изменить его судьбу. Время на исходе. Кевин Спейси. Кейт Уинслет. Лора Линни. Фильм Алана Паркера. Бетти! Жизнь Дэвида Гейла.